После окончания Третьей мировой войны прошло 400 лет. Большинство людей покинули выжженную ядерным огнем планету, а те немногие, которые остались, ушли под землю и там, теряя крупицы разума и человеческий облик, превратились в ужасных мутантов. Но война не прекратилась. Она переместилась в космос, захватывая все новые галактики, новые цивилизации. И во всей вселенной были позабыты слова «мир» и «спокойствие». И никто не мог указать тот уголок, в котором не поселился страх и ужас. А за 973 года до вышеописанных событий в Москве проходило четвертое заседание клуба «Обана».